Заман Хайрол Сингарете каналында хабарлар студияда чалышар Марина Тапал. Иликтан көлверменнин баш темалары ичин. Баканы комитетин ени топлуму кенди илк отурушуну кечирди. Парламент каблетти канону ангысына көрө электрон вариантта кенди сессини сечимдерде якшы жек берме. Молдовада ЕДК аскерчилер, үйренмеклери кечечкилер. Онларын сүрөсүндө онлар кенди бежермеклерин көрсөтөчүлөр. Бүгүн Баканык комитетин ени азалары кечирдилер кенди илк отурушуну. Иш сырасында кирдилер бюджетлен баалы сорушлар хем социал экономика яшамасынан. 2023 yılına бюджет чын канона дейшилмекләр гериштерлендилер, ангыларыны Баканы комитетин азалары кейінде отырышында сентябрын 22-сінде каблеттілер. Темсиле дәркена сорушу финанс Баканын башы Анна Пеева сөйледі. Ане дейшилмекләрі лазым каблетме ане чынки дейштілер финанс сайылар. Ангылар Гагаузия девлет бюджетінден верілерлер. Хепсі саймаклары финанс Баканы япты екледі Анна Пеева. Приняли решение, что постановлением из-за оперативности, как только будет принято данное постановление, будут оперативно выплаты осуществлены. Это выплаты к 1 сентября детям. Аналар бабалар вакы честно билдиримнери вердилер. Окуллар да хепси хаберлери Үретим Баканыйна темсил эттилер. Ама үрүнчүлөрүн сайысы бүйдү. Үретим Баканыйн башын Наталья Кристеванын лафларына көрө, бу ыл пособиялары каблетичек 15705 үрүнчү. Ну, это займет, я думаю, неделю, да, времени. И как только она будет правомочно подписывать документы, сразу все деньги будут перечислены в школы и родители получат деньги. Бу таким пособиялар октябрь айын чекетмесинде юденичиклер. Тайлерден куветлер ададыйдылар бу иши сентябрын биринеден япма. Исполкомун азалары бактылар соорушу ангысы баалы меркез бюджеттин компонентларын пайедилмесинен үретмек курумларын араларында. Бу сай 59,596,000 лей курерда ону февраль айында пайеттилер. Масус комиссия калмыш 3 миллиону бөлдү. На компенсацию транспортных расходов педагогическим кадрам предлагается выделить 28,5 тысяч, на транспортные расходы на перевозку учащихся 267,7, на содержание малочисленных школ 333,9 тысячи, на капитальный ремонт и спортзалов в лицее Яниобла Силачев Майдан и в лицее и в гимназии Силачев Шалмаку 450 тысяч. Предлагается для окончания реализации проекта по строительству крыши в гимназии села Казаклия выделить 342 тысячи. По окончанию проекта в лицее Чешникёй по ремонту подвального помещения выделить 63 тысячи. Для установки желобов в гимназии села Кангальщик 23 тысячи. И четырем учебным заведениям выделить по 260 тысяч на реализацию проекта по оборудованию классов будущего. Хепси сорушларын чыкышларына Баканы комитетин азалары кайылдылар да кенди сеслерине бердилер. Ердеки сечимдерде онлайн кенди сесине якышы жек берме. Молдова парламенти буурда каблетти ени канону. Бу канун инициативасынан ПАС партиясынын депутатлары Виктор Спынух и Малина Дандари чыктылар. Да, каблетилди бу иш илк окумакта 58 сеслен. Авторларын фикерлерине көрө инициатива лазым карылардын каблетмесинде үтелтин ачыклык урыну долай хем муниципал насатларда. Депутат Виктор Спынух ушуну да эни система электрон айырмакта бүк файда кетирежек. Система де вот электроник де катри консилии локали муниципали районале дин Република Молдова poate aduce mai multe beneficii și iată câteva dintre ele. Электронная ирмасы гетерджик бюк файда нечинке сечим процессы логик тайу и сек урда. Біз гердік некадар и гөстерді бюлен системасының кланумасы. Нечинке тайлер елен сечмек каларды тачок вакыт депутатлардан хем зорду. Бу ини система ярдымедичек азалтма инсан янышлыкларын сайысыны япачек оны та дуру. Хем каплайчек тачу кешайнарын сайысыны нышынады депутат. Эфичиент есте утилизария оны систем де вот электроник айчин парламент. Și practic am renunțat la acea metodă de numărare a voturilor prin ridicarea mâinii, ceea ce aduce mai multe complexitate și cheltuie mai mult timp din timpul nostru al legislatorilor.
Электрон айырма коларда аяк шықлы колайлықсыз инсынарада. Интерече қаршылары сечімлерін құрылмасында. Гетерчек табиук ачықла. Интерме аяланчылы хем гетерчек табиук инана чықшылары. Инициатива гюрей кербір насычыда олачы кенді белі етмәк тертіп электрон системасында сорушыларда карларын кабеділмесінде. Электрон айырмасы куланылачык еріндегі насатларын отырушыларында корумы белі етмәдейіні сечмекте хем чықшыларын белі етмесінде. Проекта гюрей табиелі ке отырушылар яйнама варынче жанны орда милли радиода хем телевизионда, хем еріндегі жүмня куветлерінен сайтларында. Эйн ілкін бұ инициатива анышылачык еріндегі куветлерін темсілчілерінен сорада теклиф еділечек икінче окумакта кабілетмек ичин. Молдовада резерва аскерчилери масус курслары кечирерлер. Бунун үчүн армата меркезинде хабарледилер. Молдовада хабарленди резервистлерин үйрөнмөктөрү үчүн орада оннар кенди бежермектерин көрсөтөбүлчүлөр. Бу иш япылар милли аскерин азырланмак планына көрө 2023 жылына хем да аскерлик куветлерин резерва үчүн канонуна көрө. Резервистлерин үйрөнмөктөрү кечичүлөр сентябрдын 25-инден 29-надан. Бу иш үчүн хабарлады ГГУ-дун аскерия чармак меркезин башын ишин көтөрөн Игорь Доскалаш. В связи с этим гражданам Республики Молдова от территориальных военных центров будут приходить повестки для участия в указанных учениях. Целью указанных учений является проверка навыков и подготовки резервистов в вооруженных силах. Резервистларын үйренмеклери кечерлер Молдован хепси аскер меркезлеринде бу шанс ура икинчи үйренмеклер ангыларына автономиян яшаянлары катылырлар. У нас в мае месяце было 26 человек, в этом у нас участвуют 2 человека. Резервистлер белли едилен критерийлерине гюре айрылырлар, аскерлик занатларына гюре ангылары лазым, үйренмекләр чин хаберледи Игорь Доскалаш. То есть, если, к примеру, требуется водитель машины, допустим, ЗИЛ-131, значит, мы, наши картотеки, смотрим, кто является водителем данного автомобиля, имеет ту военную учетную специальность, мы его вызываем в военный центр, беседуем с ним, изучаем, уточняем его автобиографические данные, сообщаем о тех-то моментах, об ответственности в том числе, о его правах и в том числе и обязанностях в воинском учете. Резервистлерин булунмасында ярдым этилер ериндеки куветлер, оннар конуштылар, хер биринен да анаттылар, үйренмеклерин лазымны ичин сөйледи ГГУ-дун аскерия чармак меркезин башын ишини көтөрөн Игорь Доскалаш. Хочу отметить, что в этих вопросах органы местного самоуправления относятся очень с большим пониманием, они нам в этом деле всячески помогают, и именно в подготовке учений по резервистам. По призыву там другие немножко моменты, но в данном случае я хочу большое сказать спасибо примарам Дизгинжа, Авдарма, Кангас, Камрад, Кирсова, кто участвовал в прошлых учениях и кто участвует, те резервисты, которые с примарией, в данном случае с Дизгинжа. Беле үйренмекләр шансора кечишлер апрель, май һәм июнь айларында милли аскерин үйренмек мәркәзләрендә. Гетердәре сакылларны занитайлардан корумак министерлик хәбәрледе, аны оннар ким гелмиҗи күренмекләре штраф 32 бинле юдиҗик, яда 150 саат парасы сешлиҗик. Молдова девлети хепси девлетлерин арасындан илк ерде булныр йол разгелмелеринде. Яян гезиннерин хем шоферларын дикатсызлы авариялара себеп олырлар. Грете каналын жанны яйында йол полициясынын узманы Георгий Горелка аннатты. Машинаи пек хызлы көтүрмөк, сарфош шоферлар хем дикатсызлык факторлар аңгылары йол разгелмелерине кетирерлер. Бу битере Молдова илк позицияларда булныр йол разгелмелерин сайысына көрө. Нышаннер йол полициясынын узманы Георгий Горелка. В основном это шоферларын тачуу истейп те йол куралларыны инкар эдерлер. Йол чизилерине сап алмайрлар. Башка машиналарын йөнүнө чыкырлар. Тео ерлерде нереде якышмер. Яян кезендери кол вермерлер кечсиндер. Видимости. Также не пропуск пешеходов. 2023 жылын август айында жазалары калдырдылар. Теонар ким 60 километрадан зейде гидерлер, жазаланерлер. Шофер кимниклерине 30-45 гүнө алерлер. Йол полициясынын узманы Георгий Горелка сөйлер, аны бир керет комратта дургутту шоферу ангысы 124 километра бир саатта гидерди.
Водителю был выписан протокол с последующим. Елбетке шофера протокол язды калынды онын документлере. Язык ама шоферлар дүшүн верлар не улажек аварияның сүресінде. Тионнар ким таазиде 10-20 километра машина изеделе дерлар, ода варнича авария себеп болсун. Веререз брошюралары анна дерез, ани ел разгелмелері варнича көті бітсін. Комрат муниципиясының яшайыны Татьяна Колтуклу дил чоктан машинай башлады көтірме. Ама артык чок сыра вардыр каршы. Онуннан ани шоферлар йол кураларны есаба алмайлар. Я часто встречаюсь с тем, что бывает, что превышают скорость. Язык амабян сык каршы келерим. Онуннан ани шоферлар хызлык асаба ичинде машинай көтүрерлар. Савашерлар кечмете уерлерде нере да канона көре якышмыр. Лазым олма чемрек ки олмасын йол разгелмеси дейне. Просто ани йол кураларны есаба алмайлар. Правил дорожного движения бывают. Тео шоферлары англары пек сарфош машиная отырерлар, варнеже документсиз бүтін яшамасына калсыннар чизгелер Георгий Горелка. Превышение скорости движения от 10 до 20 км в час. Наказывается штрафом от 600 до 1200 и 3 штрафных баллов. Вторая часть это... Теон нарки мюсельдер гезмесіні 10-20 километрая, юдейчкляр 600 лейден 1200 лея кадар. Шоферлар англары канона каршы 20-40 километра тахызлы гидерлар 900 лейден 1200 лея кадар джеза койылачек. 40 яда 60 километра 1 саатта юсельді асидлер гезмесіні 1500-1600 лей штраф койылачек. Кем гидер 60 километрадан тазиде 2500 лейден 3000 леядан юридичкляр джеза, хем бир вакыда документсиз калычклар. При остановлении права управления транспортным средством от 30 до 45 дней. Автономия яшайынлары есап алдылар, ани битки вакытлар, шоферлар дайма хепси куралары есаба алмайлар. На зебре проходишь, один-два останавливается, а другой нет. Дуэрсен, беклерсен, не заман гечеджен. 5-й укулун янында не кадар авария олду. Урада светофор койдулар. Ама беклемесен нердейни шоферлар тюкенин парковкасынан гечерлар. Те онуштанда авариялар олер. Хеп алатлыйрлар. Ко джезалары юселтсенлер. Сора дүшнечкілер машинада отыр арканам. В школе учат, как быть внимательны. Но водители спешат. А куда спешат? Не знаю. Больше, конечно. Штрафы должны быть, да. И чтобы они вот говорят, что вроде чтобы не пили, не пили. Все равно пьют. Закону они все равно не признают. Джезалар бүйік лазым олсынлар. Сарфош машиная отырерлар. Тутерлар оннара махепу кадар ичерлар. Ко алатламасынлар. Білмерсін нереден кечме. Ниже башка девлетлерде шоферлар беклерлар не заман яян кезенлер кечечкілер. Бізде йок бөле. Как тут другие страны? Далеко останавливается, человек проходит. Если ты чуть-чуть хочешь, может быть, пройти или опоздал там немножко, тут же уже грубят. Тут... Кейсілтмә дейіне ел разгелмелеріне полиция дайма юретім курумнарында түрлі юретмя колайларыны кечерерлар. Марина Тапал, Григорий Ставилов, Артем Тапал, ГРТ Хабирляр. Сентябрінің 22-сінде ортодокс христианнары анерлар Айозлу Панеяның анасыны Айозлу Анна ехем, оның бобасыны Айозлу Иокиме. Аңғыларына Архангел Гавриил бір сляха бері кетірді, ане оннарда бір кіші аз дуважек. Аңғысының адыны Мария Коечклар, хем аңғысы пек анылмыш бүтінді неде олажек. Бүгін хепсі ортодокс клесілерінде бұ сырада Гагаузияның башқа сабасының да клесесі паалы юрту дувалары кечерді. Бүгінде біз құтларыз бүйік юртую, Якиме анының она... Гелелар ана боба бізім паныын анасы бобасы. Бізе бұл бүйік үйорту, нечінке бұл айлы, бұл ана боба бізе дудырту бүйік башышы паныы. Бүйік үйінде біз сондар күтлеріз, біз сейвенеріз, ане, она бізе көте үйірнек жылазым, жылазым дүзмә бізім айлымызы. Зере бүйік үйінде айлылар бізім ертілі олар. Ама бакынча тоо алея биз лазым алман бүйүк өрнөк да саашма онура бенземе. Она бизге көрсөтөлөр инче лазым яшама, инче лазым дайынма, инче лазым алыкка инанма, инче лазым биткен беклеме алактан башчы. Бизге инче көрсөтөлөр биздин кетлимиз кесен аны она чок беклемишле, аны онура Аллах ясын ушак. Она чок күч
кальбет пиша инсандан, гюльмяк тарафы, ане онорда ушак йокту. Зе о вакытта незвоная шармышла, варда бир бюбер, бир мана булмак, анкысында йокту ушак. Да она дурукан, паккан, алыкынюнде, йокку ушак, она тю кабедарле тю дил дуру ишлери инсандадан. Анкысы гюльмяк тарафы, прост тарафы да, но она гюстерля инжелязын биткакан дайынма, сен дурукан. Да, ала, сом ярды, он рабик башаш. Кутер, мюки гюнде, ким ташей бу айозатары, яким ана, алактан, стерим сизя башлама, салык, берекет, емді бензясести бу айозара, уласас джи, бюк дайын маккан, енді бюк инан аналаха. Хава дурому илерле дерколь вермеем. Гагаузида чихава бекленлер, люзгар юч секис метр секунда исечек. Хава температура сакумрата гюндюс кураджек, 29 градус, гейджа 18 градус. Чадрда гюндюс, 28 градус, джак, гейджа 17 градус, сыфрды нюкары. Валканешта гюндюс, 29 градус, гейджа 18 градус, джак улажек. Бөләді хепсі хаберлер бұсада қадар окуын хемсередін бізім хаберлерімізе ғыретен оқтамады Facebook, YouTube сайфаларында. Қалын салы жақын.